Всем привет, добро пожаловать на канал Natalie for You. Меня зовут Наташа. Сегодня у нас с вами очередной влог. Он будет насыщенным, наполненным, с интересными событиями в моей жизни. Поэтому, если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть. Не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают продвижению моего канала. Я хотела бы, на самом деле... Чё ты ее выгоняешь? Да? Иди сюда, Кась. Каська. Я хотела бы начать вот с этого. Да, у нас прибавление. И это наша милашка, которую зовут Кассандра. Кася мы ее уже называем. Кассандра, кстати, ее официальное имя по паспорту. И да, нам показалось, что Кася будет звучать очень-очень мило. Начинаю я этот влог, кстати, записывать вечером, потому что целый день так или иначе то с ней возимся, то что-то еще. Она второй день только у нас. И сейчас Саша пытается с ней лечь спать, а она как раз под вечер разыгралась и не хочет ложиться спать. Прибежала ко мне. Да, Кась, да, Кась. Пасюлик. Давай, давай на маму, на маму, на маму. На маму. Касюля. Я не знаю, я никогда не относила себя к таким ярым собачникам или кошатникам. Мне, как у многих из вас в детстве, были и коты, и собаки, и все как-то это прошло у меня в детстве, потому что я помню эту жутчайшую шерсть по всей квартире, я помню, как бы, так скажем, что, ну, не очень это было комфортно с точки зрения чистоты в доме. Я, в принципе, когда прихожу к владельцам собак в квартиры, я чувствую запах собак, но я не знаю, почему мне на самом деле такое большое желание появилось в последнее время, чтобы у меня появилось маленькое существо, о котором я буду заботиться. И Йорк — это действительно вот та собака, которую я хотела. Она у нас очень шаловливая, второй день только у нас, но уже разыгрывается, уже показывает свой характер. И Саша подарил мне ее на день рождения. Вот. У меня 18 августа день рождения. Не знаю, когда выйдет этот влог и попадет ли в него праздновать день рождения, но она подарена несколько чуть-чуть вперед, потому что нам надо было выбрать, и нам нужно было посмотреть на нее, смотрины провести. В общем-то, такая история. И теперь у нас есть маленькое существо, которому мы стрижем ногти, купаем ее, думаем о прививках и все такое, да. Вот пришла ко мне и успокоилась, а спать в спальне с Сашей не хочет, гавкает. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, моя история животных в детстве... У нас была собака, которая жила у нас очень долго, но мы всегда как-то, в моем детстве мы всегда где-то брали животных на улице. Мой брат обычно их притаскивал домой, что нашу кошку, что нашу собаку. Но собака у нас прожила долго достаточно, но умерла от каких-то болезней. Я в то время в этом не сильно разбиралась, но я сильно переживала и... плакала на эту тему, потом появилась еще одна собака, благодаря которой я попала в больницу, и мама уже отдала ее, ну, как-нибудь расскажу, может быть, эту историю вам. Ее многие знают, мои друзья, знакомые, и мама отдала ее как бы в частный дом, потому что это была та собака, которая не должна была, в принципе, жить в квартире, очень такого буйного нрава, плюс ко всему. И вот сейчас какая-то новая полоса абсолютно в моей жизни началась, и... Не знаю, как все пойдет. Но я хотела поделиться на самом деле с вами книгами, которые я читаю или собираюсь прочесть. Приближается 1 сентября, может быть, в связи с этим я хотела сегодня с вами поговорить о книгах. Вот у меня такая стопка книг, которые я купила в последнее время.
прочитала или собираюсь прочесть, или в процессе чтения. Ну и вот самое первое, я дам отзыв о той книге, которую я прочитала. Я надеюсь, что вам это пригодится и будет полезно. Здесь в основном не художественная литература, то есть книжки какие-то из разряда там любовные романы и так далее мне читать не хочется. Может быть, какую-то художественную литературу в принципе когда-то захочется читать, но пока не сейчас. Это полухудожественная, автор Елизавета Бабанова, кстати, достаточно популярный автор, достаточно популярный блогер. Как вы знаете, что сейчас многие блогеры пишут свои книги, к ним приходит издательство, потому что это гарантированная, собственно говоря, покупка книг аудитории этого блогера. Называется «Дзену на шпильках», и здесь путь, так скажем, автора от простой девочки из Иваново к супербогатой, суперуспешной женщине и счастливой, так скажем, в личной жизни в том числе. Мне книжка понравилась, она слегка романтизированная, вот как бы гиперболизированная, я бы сказала, но в то же время интересные находки, интересные вещи, которые подметить здесь есть. И да, я показывала вам в фаворитах книгу «К себе нежно», поэтому здесь я про нее рассказывать не буду. Посмотрите видео про фавориты, там вы все увидите. Она крутая, она классная, одна из лучших, что попадала за последнее время. И можно сказать, что это должно быть настольной книгой, где открыл на каждой странице и как мантру читаешь каждый день что-нибудь новенькое, ну, точнее, не новенькое, освежаешь у себя в памяти. Эту книжку я, возможно, когда-то перечитаю, но она очень мотивирующая, я бы сказала. Вторая книга, которую я начала читать вслед за ней, была книга, которая называется вот таким образом «Stop doing that shit». «Прекрати самосаботаж и начни жить по максимуму». Вот эта книга мне не зашла, хотя я дошла до 58-й страницы, но как-то, в общем-то, то ли перевод не очень, то ли, не знаю, Кася разыгралась. То ли перевод не очень, то ли не знаю что. Вот у меня здесь закладка есть, но мне, похоже, придется ее начать читать заново, потому что, вы видите, она рычит. Мне, похоже, придется начать ее читать заново, потому что, ну, так, пока что не поняла я ее. И еще одна книга, которую я читаю прямо сейчас. И вот если в книге «К себе нежно» я дошла до практик, там есть определенный раздел, где не нужно уже много читать и много текста воспринимать, а нужно делать какие-то упражнения, вот я их проделываю, то книга Тони Робинса «Деньги, мастер игры. 7 простых шагов к финансовой свободе». Я читаю вовсю. Я уже здесь на достаточно дальней странице, так скажем, да, под 200-ю страницу где-то я дошла. И вот эту книгу я действительно советую вам прикупить, если вам не хватает мотивации. Там есть определенные разделы, которые можно вообще, например, будет пролистать, которые рассчитаны на американского обывателя. Там специальная пенсионная система, про которую в деталях, собственно говоря, и рассказывает Тони Робинс. Но те мотивирующие, интересные, заряжающие фразы, которые он говорит и пишет в своей книге, это очень-очень, да, мне нравится. И вот я сейчас прочитала где-то, наверное, одну треть этой книги, и очень-очень воодушевляет. Книга не дешевая, но, вы знаете, это тоже бестселлер, это хит по продажам, и да, я ее однозначно советую вам прочитать. И вот еще три книги, которые я себе наметила, но пока что не прочитала. Ну, во-первых, вот такая «Кармалоджик», которую мне
посоветовали им почитать. Это книга про психологию. И меня сейчас очень увлекает вот эта вот история копания в себе, самосовершенствования какого-то внутреннего, каких-то внутренних своих качеств, развития и так далее. И, в общем, суть книги «Кармалоджик», суть книги «Кармалоджик», если в двух словах я вам прочитаю, то это свод универсальных законов жизни, которые способны оказывать влияние на судьбу, предупреждать от возможных ошибок при взаимодействии с окружающим миром и людей, также служить на гармонизацию внутреннего мира человека. 54 закона судьбы в книге, полученных в результате дискуссий на многочисленных семинарах и форумах. Я еще вообще не начинала, так кратенько только просмотрела, и у нее тоже хорошие достаточно отзывы, интересное такое оформление, она толстая, как и Тони Робинс, я не ожидала, и тоже достаточно дорогая. И я думаю, что книга явно попроще, которая называется «Формула мечты» Ирина Лило «Путь к счастливой жизни». Я думаю, что здесь тоже какие-то установки, грубо говоря, есть. Вы, возможно, скажете мне, что это что-то шаблонное, стандартное. Мне такая мотивация помогает. И я считаю, что нужно использовать то, что работает конкретно в твоем случае. Нужно делать то, что работает конкретно в твоем случае. Если мне нужна вот такая мотивация, то я ее беру, если она мне помогает идти вперед, если она мне помогает расти, если она мне помогает разобраться в себе, изменить свое мышление, изменить свои какие-то стереотипы, ставить более высокие планки, то почему нет? И еще вот такая вот книга «Как всегда быть счастливым. 128 советов, которые избавят от стресса и тревоги». Здесь на каждой странице отдельный совет. Я на самом деле хочу прийти к какой-то действительно гармонии с собой, но я знаю и вижу все свои недостатки, и не знаю, упоминала вам или нет, что я сейчас в том числе работаю с психотерапевтом, и я работаю с коучем. Я сама, как никто другой, знаю все свои недостатки, я знаю, к чему я хочу стремиться, я знаю, к чему, что в себе я хочу улучшать, и какие-то вот такие вещи, которые я буду говорить себе каждое утро, например, не знаю, наслаждайтесь работой, не ждите награды или что-нибудь еще, не ожидайте от других многого. Вот это моя проблема реальная, да, то есть я имею какие-то ожидания там от каких-то людей, от своих детей там и так далее. Ну, да, учитесь забывать и прощать. Всякие такие вещи, которые кажутся элементарными, но которые лишний раз, когда они тебе напомнены, они как бы отзываются у тебя. Вот такие книжки у меня. Мне было бы интересно, наверное, чтобы вы написали в комментариях, какие книги читаете сейчас вы, потому что, конечно же, я всегда в поисках чего-то новенького, что я смогу для себя еще взять на заметку, чтобы почитать. Начну вот так вот. Следующий кусочек. Смотрите, какой прикольный, на самом деле, какой прикольный костюм я купила на Алиэкспресс. Я не могу на него нарадоваться, потому что он невероятно крутой, потому что он невероятно мне нравится. Однозначно заказать еще в других цветах, и кроме этого костюма. Потому что, да, вот так вот сверху я набросила рубашку. В основном я так могу и ходить дома. И этот костюм подойдет как для спорта. Мне нравится его плотная резинка, то, что он хорошо держит талию. И невероятно плотный по структуре, но при этом в нем не жарко. Однозначно закажу еще ссылку на AliExpress. Иди сюда. Ссылку на AliExpress я вам тоже оставлю, как и второго костюма, который в примерке я тоже вам покажу. Это уже голубой костюм с лосинами. Тоже невероятно круто смотрится. И я вообще, честно вам скажу, я не понимаю, почему
такие сумасшедшие деньги. Ну, наверное, хорошо, что сейчас нет соблазна пойти и сумасшедшие деньги потратить в Ойша на вот. Не, у меня есть, я покупала Ойша, я знаю их качество, у меня есть одежда из Ойша, и я никогда не видела чего-то сакрального в ней, то есть я не понимала, почему она стоит таких денег, а в том числе спортивная одежда из Ойша у меня, как бы лосины, топы какие-то я покупала, и я покупала также Victoria's Secret и так далее, то есть это все бренды, которые ты платишь просто за бренд. Шикарного, офигенного, без каких-либо но качества. Два комплекта в AliExpress, которые я хочу вот однозначно с лосинами. Просто лосины немножко не мой формат. Но леггинсы, да, так скажем, привычнее будет назвать. Но форма шорт мне настолько зашла и настолько удобно дома носить. У меня есть комплект из лайма, который я тоже ношу. Но из лайма он значительно дороже выходит. И менее держащий форму, так скажем, честно. Более такой обиходовый, что ли, как бы не такой, не плотно сжимающий меня. И вот этот просто офигенный. Здесь в том числе были вставки, как вы понимаете, для формирование чашек, но я их уже вынула и выбросила. У меня, по-моему, все в размере L. И офигенные комплекты. Этим я начну, так скажем, свой раздел из AliExpress. У нас сегодня с вами такая вечерняя беседа на часах. Почти 12 час. И я не нахожу другого времени, чтобы снимать. Еще с AliExpress пришли просто чудесные палочки для суши. Я заказала 4 комплекта. И так как у меня уже есть такие же приборы, то мне это было в тему. Именно белый с золотом. У меня есть такие приборы, целый набор. Там ножи, вилки, ложки, чайные и столовые. И поэтому я решила, что палочки тоже туда подойдут. Единственное, приборов у меня по 6. Я тоже заказывала на Али. Они очень красивые, качественные. И показывала вам несколько раз. Но ссылку на всякий случай тоже оставлю. И здесь я заказала 4 комплекта. Я не думаю, что больше 4 комплектов нам понадобится, то есть что у нас больше 4 человек будут одновременно употреблять суши. Поэтому да, здесь я тоже могу вам рекомендовать. Все, каждый вот так приходит в отдельной упаковочке, очень все хорошо упаковано и без всяких нареканий. Давайте я еще проверю, что у меня еще было с AliExpress, потому что в этот раз заказ был очень интересный. А, у меня есть несколько топов. У меня есть несколько топов, которые, в принципе, некоторые из них мне плюс-минус понравилось, но это, может быть, будет в каком-то отдельном даже, в каком-то отдельном разделе, где я вам и расскажу про эти топы. А, да, и сейчас покажу еще 2 классные штуки. Первым делом я показываю вам вот такую чашку. Я сразу скажу, если вы заказываете на AliExpress что-то очень-очень хорошего качества, то не ждите, что это будет стоить 3 рубля, за исключением совершенно некоторых продуктов. Но можно потратить 10 раз по 3 рубля, чтобы в итоге найти хороший. Поэтому, может быть, сразу стоит покупать качественное. Абсолютно качественное блюдце. Чашка в наших интернет-магазинах. Инстаграм-магазинах продаются точно такие же, только стоят они в 2 раза дороже. И я больше чем уверена, что эти инстаграм-магазины покупают в этом же месте. И поэтому я нашла на AliExpress и заказала. И мне чрезвычайно нравится этот набор. Это особое ощущение, когда ты используешь вот такую чайную пару для того, чтобы пить чай. Я завариваю здесь гречишный чай, который сейчас у меня закончился и который будет однозначно в моих фаворитах. Я совершенно забыла вам его показать в своих фаворитах за лето, потому что именно примерно месяц назад я его купила, и это что-то невероятное. Но давайте поддержим немного интригу. Пишите, пробовали ли вы когда-то гречишный чай. Это невероятно классная штука. И именно здесь, в этой кружке, в этой чашке я его пью. И еще одна классная покупка, это вот такой дозатор.
для того, чтобы делать пену сразу. Я купила его для Алексея, но я... Он уже так солидно здесь поизрасходовал, но я даже думаю, что, может быть, и нам себе какие-то стоит такие же дозаторы иметь. Насколько я знаю, что в примерной какой-то пропорции смешиваешь пополам на пополам воду и мыло для рук или гель для душа, и получается у тебя вот такой дозатор выдает пену. У меня здесь специальное средство, которое от Pigeon я покупаю Алексею, и, соответственно, я просто его перелила сюда, потому что бутылка от Pigeon у меня сломалась. И долгое время средство стояло у меня без дела, пока не пришла вот эта бутылочка. Классно, удобно делает пену, и такая мне нравится, что очень минималистичный стиль. Вот сейчас я вам для прикола покажу, да, как это. Вот выдавливается пенка уже готовенькая, так же, как и в родной бутылочке Pigeon было то же самое. Единственное, у нас проблема, что у нас Алексей за раз может полбутылки такой штуки извести, но он чего угодно полбутылки изводит, как пены, так и гели для душа и всего чего угодно. Кстати, это пахнет очень вкусно. Это все по покупкам с AliExpress. У меня такая опять болталка перед камерой, но немножко... А в домашнем виде получилось. Надеюсь, вам это понравится. Шкафу, потому что тут, конечно, творится какой-то тихий ужас для меня. Столько вроде кажется всего, что каким-то нужным должно быть, но в то же время миллион чего ненужного и неиспользуемого. Я попытаюсь все это отсюда выгрузить и потом заново положить красиво. Надеюсь, у меня что-то из этого получится. Я действительно пользуюсь всеми вот этими мисочками и тарелочками, которые здесь есть, потому что, блин, мне они приходятся кстати. Но вот эти вот формы для кексов однозначно нет. И я подумала, что мне нужно сформировать какой-то пакет, в котором я все для выпечки соберу. Потому что у меня есть... Ну, не только для выпечки. У меня есть вот такие вот штучки, которые я тоже не хочу класть в ящик. И у меня есть еще другие формы. Да. Крышки я решила оставить, потому что они так хорошо здесь сбоку встают. И, в принципе, нормально пристроены. Идем дальше. Возникают сложные времена. Потому что... У меня есть много предметов, которые, казалось бы, я использую. Я сложу все эти штуки.
пускал. Если вот так, если сделать все вот так, дальше мы имеем еще вот такую деревянную толкушку, которой я не делаю ничего уже очень-очень давно. Мне кажется, ее надо куда-то деть. Как раз вот эти вот формочки я покупала в Амстердаме. И, к стыду своему, очень редко ими пользуюсь. Это новогодние такие для печенек. Мне хочется все сложить в форму для выпечки. Если вдруг когда-то я буду чего-то выпекать, то я обращусь к своему какому-нибудь пакету для выпечки. У меня зачем-то здесь две открывашки, которые еще и со штопором. Зачем они мне здесь? Надо что-то с этим делать. Предъявить Саше, потому что это в его ведомстве. Но я сложу, по крайней мере, то, что пока могу сложить. У меня есть чеснок-давка, которая опять-таки на всякий случай, потому что вторая есть в ящике повыше. Нарезка для пиццы, открывашка для консервных банок, такая тортовница, которая, по идее, должна здесь лежать, половник еще один, второй бывает тоже нужен, а вот это вот точилка для ножей, я не знаю, нужна она или нет, потому что Саша пользуется другой, буду у него спрашивать. Это для нарезки сыра, я хочу это оставить. Может быть, положить как-то вот так. Я хочу оставить вот эти вот штучки. Я хочу иметь какое-то место для пакетов. На самом деле, ножницы в любом случае нужны. Такая вот прихваточка тоже, понятно, что ситечки, которые могут на самом деле, могут встать вот сюда, и у меня есть еще воронка, которую я могу поместить крышкам. У меня есть еще одна штука. Когда-нибудь я ее все же выброшу. Но пока что она живая и нормальная. Некоторое количество запасное палочек. Я хоть и купила себе многоразовые, но вот эти одноразовые пусть будут здесь. И еще куда-то потерялись. Абсолютно потерялись вот эти вот палочки многоразовые деревянные из Икеи. Осталось только две. Я их тоже оставлю здесь. Мои трубочки многоразовые для коктейлей. И это тоже нужная для меня вещь. Слайсер для сыра. Я не использовала его ни разу. С тех пор, как мне его кто-то подарил. Я могу, конечно, его открыть и попробовать им пользоваться. Здесь натянута струна, которая позволит мне тонко резать сыр, я надеюсь. Но так он, по крайней мере, выглядит более прилично. Есть также ручка от сковородок, которые мы собираемся, в принципе, скорее всего, на дачу отвезти. Вот такая штука, которая мне бывает часто нужна, когда нужно смазать тесто. Это очень удобная вещь. Венчик. Я от венчика не буду избавляться. Для блинов подходит хорошо.
И точилка, которую точит Саша, которой пользуется Саша. Так, что еще? Конечно, вот эти штучки для чистки плиты. Сюда они, наверное, поместятся. Я не знаю, стоит оставить или выбросить абсолютно бесполезную вещь. Закрывашка для бутылок с вином. Мои бутылки с вином, скорее всего, не доживают до того, чтобы их надо было закрывать. И она какая-то погрызенная, кем-то покоцанная. Я не хочу ее оставлять. Вот это у нас еще с Порт-Авентуры. Такая память. Трубочка мы покупали еще Насте, но нравится она и Леше. Я ее оставлю, потому что он иногда пьет с помощью нее компоты какие-то или соки. Пусть она будет здесь. Крышка для такой, баночка для лимона, для хранения лимона. Но где дно, я не помню. Я наверняка его найду потом. Но лимон я в такой штуке не храню. Вот в чем вопрос. Я могу укрывать сверху на блюдце на какое-то поставить. Но для этого его нужно просто убрать в другое место. Здесь у меня еще бумажные пакеты для бутербродов. В каком-то остатке очень измятые, которые я все-таки возьму и выброшу, чтобы не было соблазна засорять кухню. И вот открывашки у меня остались неприбранными. У меня остались неприбранными крышки запасные, которые еще успевала покупать в Икее на бутылке. Очень, кстати, удобная вещь. Но они продаются не только в Икее, в Кухенленде тоже есть. И все для теста. Но разница в том, как это выглядит, по-моему, очень значительная получилась. Я все не решалась разобрать этот шкафчик, потому что мне казалось, что будет мне очень сложно это сделать. И на самом деле оказалось легко, и все стало структурировано и организовано. Да, мисочки я здесь храню, вот эти всякие разные. О, кстати, вот это надо убрать. И вот эту крышку, она, во-первых, треснула, а во-вторых, опять вещь, которая в Тесконе абсолютно мне не пригодилась. Я купила крышку такую и для слива с кастрюль, и для слива с банок с горошком. В итоге я никогда не сливаю так банки с горошком. Я просто призакрываю родную крышку от банки и беру и сливаю. И вот она треснула, не успев даже мне пригодиться, поэтому я ее выброшу. Стало все очень красиво, организованно, мне нравится. Сегодня уже следующий день, и еще один блог хотела с вами обсудить. Я опять в такие много-много-много говорильни моих сомнений. Остался один блог, который я еще хотела с вами обсудить. И наверняка у многих из вас есть дети, конечно же, которые идут 1 сентября в школу. Но для меня сейчас это будет новый опыт, достаточно после долгого перерыва, потому что моей старшей дочери уже будет 21 год в этом году. И мой младший сын, он идет в школу, Алексей идет в школу. Я не представляю, как это будет складываться. Он уже какое-то время занимается с репетитором. Я морально готовлю себя. У него интересный характер, я бы сказала так. Он не признает авторитетов. Он очень своенравный, своевольный, самостоятельно принимает какие угодно решения. И, не знаю, не идет за толпой и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, как это будет. И, соответственно, с трепетом этого ожидаю. Но самое интересное, что поразило меня до глубины души, когда я начала готовиться к новому учебному году, это сколько стоит вообще подготовка. Возможно, у меня первоклассник, ничего пока нет. Но я думаю, что так или иначе, как минимум, одежду мне придется покупать, может быть, даже 2 раза в год. И все мои расходы уже составляют больше 30 тысяч рублей. Я, в принципе, нормально понимаю, как я могу это потянуть с московской зарплаты, но я не очень понимаю, как это можно тянуть с региональной зарплатой и каким образом целый год откладывать на то, чтобы потом ребенка отправлять в школу. Это сложно, потому что в детский сад, ну, никаких трат нет, никаких трат не было, чтобы отправить, никакой специальной одежды, ту одежду, которую ты покупаешь на повседневку, ты спокойно в ней идешь в детский сад. В школу, поскольку на нас горит одежда, в школу я купила
5 комплектов рубашек, например. Я купила 3 брюк, по-моему, но и то, потому что ничего больше не было. И у меня примерно чуть больше 20 тысяч ушло на одежду, и под 10 тысяч у меня ушло на канцелярию, и то мне кажется, что я не все не до конца купила. Список нам в школе дали того, чего купить именно из канцелярии, и я покупала согласно списку. Не могу вам сказать, что я брала самое дорогое, я брала... В детском мире я брала на Озоне почти всю канцелярию, и в детском мире я брала одежду, потому что нужно было с примеркой. Ну, как обычно, уже в начале августа ничего нет, ты пребываешь в панике, потому что именно твой размер раскуплен во всех изделиях. Я, естественно, старалась не брать самое, ну, как бы, бюджетное, потому что самое бюджетное – это чаще всего синтетика, где-то средние, ценовой сегмент чуть-чуть повыше, получается, там уже идут натуральные ткани. Прежде всего, меня интересовал, чтобы был натуральный состав, хлопок, либо хлопок с небольшой там примесью химии, но не супер большой. И поэтому, конечно же, я в таком небольшом шоке пребываю. Я отдельно взяла отпуск на то время, когда Алексей пойдет в школу, потому что там будет продленка устаканиваться. И мне кажется, что мне сейчас придется каждый год брать себе отпуск, пока он в младших классах, чтобы у него устаканивалась продленка. Вообще очень сложный для меня этап начинается. Я не могу сказать, что я, несмотря на то, что я училась очень хорошо в школе, не могу сказать, что я любила школу, любила учебу. Я потом вымучивала эту школу и учебу с Настей, потому что ее нужно было контролировать, и нужно было помогать делать уроки, следить там за кучей-кучей моментов необходимых. И самое главное, что когда ты решаешься на 2-го ребенка, ты вот про школу меньше всего, наверное, задумываешься. То есть очень мало на самом деле про вот этот самый сложный момент – это школа. Ну, может быть, дальше для меня начнутся более сложные другие моменты, но пока что делюсь с вами вот этими вот своими переживаниями, которые меня накрывают с момента тем, как приближается школа. Я тут лежу, и у меня вот эта вот животинушка со мной рядышком лежит на диване и грызет мне палец. Еще пытается грызть мое кольцо, на котором такой есть камушек. Не камушек, а шарик выпуклый. Вот она, главное, чтобы свои зубки маленькие не сломала об это колечко железное. Вот, и с моментом того, как приближается и приближается начало школьных занятий, я, конечно же, немножечко так вся в сомнениях пребываю, что это будет, как это будет. Мы справимся. Каждые новые жизненные сложности – это новый опыт. И все, естественно, будет хорошо, если подумать о том, что через год я уже даже не вспомню о том, почему мне было так сложно, почему я так переживала и так далее. Я буду с улыбкой вспоминать о всех своих сомнениях и переживаниях. Но сейчас это имеет место быть. Соответственно, да, я переживаю, и я думаю о том, как бы пройти этот сложный период. Поделитесь своими переживаниями по поводу предстоящей школы, если у вас есть таковые, или же вам все дается легко. Я просто помню, например, себя, что... По моим ощущениям, я доставляла своей маме минимум хлопот своей школьной жизнью, потому что с самого первого класса, во-первых, я делала уроки всегда сама, со мной их никто не делал. Я примерно месяц поделала их с мамой, потом пришла и сказала: «Мам, ты знаешь, мне неудобно делать с тобой уроки, я буду делать уроки сама, мне не надо проверять». И могу сказать так, что мама не пожалела об этом своем решении, потому что первую тройку, мне кажется, я получила только в четвертом классе, плакала и дико переживала за эту тройку свою первую, а аттестат у меня был всего с 2 четверками, и то, как бы,
если бы я хотела, их могло бы не быть. К там, 9-10 классу школы я просто уже сильно обленилась, так скажем, в учебе. Я думаю, что многие уже устают к 10 году обучения от учебы. Может, какой-то перерыв стоит делать в середине и отдых давать. Да, и я уже чуть подобленилась и не хотела вытягивать эти свои оценки по алгебре, геометрии. У меня 2 четверки в аттестате. Подумала, что... Ладно, и так сойдет. А могла бы, в принципе, и на медаль мне предлагали претендовать, но не захотела вот убивать просто свои годы на медаль. Вот такая история получилась у нас. Я буду делиться с вами дальше. Вот, например, я принесла просто показать вот это с Озоном. Мне недавно доставили. Тут такие вещи, как папка, в которую ты кладешь всякие альбомы. Тут такие вещи, как какие-нибудь сами альбомы есть, и ручки, пеналы, и всякая такая фигня, которая вроде бы фигня, но все вместе, там карандашики, клей и так далее, вся вместе эта фигня составляет приличную сумму. Поэтому, да, я надеюсь, что Алексей будет хорошо учиться, оправдаются и мои ожидания. Ну, хотя на самом деле, наверное, не стоит какие-то возлагать завышенные ожидания, чтобы потом тоже не расстраиваться и не быть слишком требовательной, потому что выработаешь у ребенка какой-нибудь типа синдром отличника. Ну, не знаю, ко мне мама не была требовательной никогда, но у меня свой личный синдром отличницы всегда был и остается. Посмотрим. На этом я буду завершать, наверное, видео. Делитесь своими мыслями. Не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны на канал. Буду обязательно ждать ваши комментарии, конечно же, внизу, потому что именно ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают продвижению моего канала. Всем пока-пока и встретимся совсем скоро.